В Усть-Лабинске Краснодарского края завершилось первенство России по мотоболу 2023 года среди юниоров. Команда «Металлург» в очередной раз доказала – видновские спортсмены лучшие в стране. Молодежный состав обыграл противников своей возрастной группы и завоевал первое место. В полуфинале «Металлург-2» встретился с хозяевами поля командой «Кубань». Обыграв ее со счетом 2-0, видновчане вышли в финал, где победу одержали над Славой и станицей Кущевской. Все-таки это юноши, недочетов еще очень много. Процесс совершенствования, он бесконечен. И, конечно, у ребят еще очень много ошибок и технических, и тактических. Работа есть, пока они еще молодые. Я думаю, 2-3 года, чтобы подойти под основной «Металлург», чтобы уже можно было их выпускать в играх за основной «Металлург». А у основного состава команды «Металлург» ближайшая игра состоится в Видном 26 августа. Встретятся команды с главным противником последних лет – ипатовским «Колосом».